сейчас сидеть нужно максимально тихо, пока он отсюда нафиг не уйдет. Ё-моё, он прям сюда смотрит, за что? Так, иди отсюда, ПЖ, давай, сваливай. Ага, вот так. Еще и двери за собой закрыл. Лёнь, ну чё, ты как там? Владус, я писился. Лёнь, вылазь давай из коробки. Нам остался последний кубик, и мы выиграем эту игру. Давай вылазь и забирай его. Ладно, Владус, вылажу. Это было страшно. Кубик, бери давай и пойдем за мной. Сейчас мы его положим в театр. Все должно получиться как надо. Все по задумке. Лёнь, не тормози, давай, пошли уже. Иду. Давай, ребята, надеюсь, вы уже поставили лайк на эту серию, потому что сегодня вас ждет что-то... Стой. Вас ждет сегодня кое-что интересное, поэтому поставьте для начала лайк. Тихо. Все, Леня, сидим тихо. Сейчас он уйдет, и все будет нормально. Давай, сваливай. Все, давай, сейчас можно. Лень, ты что, дурак? Я врач. Все нормально. Ты дебил, а не врач. Давай, пойдем сюда. Капец, он тяжелый. Лень, ну держи ты его, зараза. Давай, и это чуть-чуть осталось. Мы уже практически добежали. Все, здесь никого нет, тут чисто. Давай, неси, Лень. Может, подписчики хотя бы отгадают это слово? Какое еще слово? А, вот это. Так это самое легкое слово, Лень. Что тут угадывать? Это ж слово, я думаю, это ялк. Дебил. Напишите в комментариях, если вы реально умнее Лёни хотя бы на чуть-чуть, вы догадаетесь, что за слово тут зашифровано. Пошли! Я понял, это лаки. Лёнь, я понял, вот, например, что ты дебил. Пойдем, давай, бегом, по синим стрелочкам добегаем в театр. Стоп! Что тебе нужно опять, Лёнь? Ну чё ты остановился? Что ты смотришь? А куда нам дальше? Лёнь. Вот ты мне скажи честно. Ты глупый? Честно? А, чё сразу глупый-то? Чё глупый-то? Давай, пойдем, стрелочка-то сюда нарисована. Почему ты против нее-то назад пошел? Давай, бегом в театр. Сейчас кубик ставь, и мы должны уже выиграть эту игру. Это будет последний кубик, ставь! Я честно поставлю. Лёня. Ты только отойди, я стесняюсь. Куда отойти, Лёнь, ты чё, совсем что ли? Куда я тебе должен отойти? Лёнь, что происходит? Почему я ничего не вижу? Дом Лёни. Наконец-то. Дом, милый дом. Мы выиграли эту игру, Лёнь. Не понял. Это что у тебя было в руках? А? Кирпич? Какой кирпич, Лёнь? Ну-ка, быстро показал, что у тебя было в руке, зараза. Шерсть. Лёня, меч. Я уже достал. Сейчас он у тебя окажется, знаешь где? Да, правильно, продолжай. Калмаз? Сейчас лопатой по башке получишь. Ладно, у меня был этот кубик. Я его украл. Лёнь, ты чё, дурак? Так быстро домой, бегом сюда, я тебе сказал. Забегай. Как ты мог украсть кубик? Ты чё, быстро забежал домой? Давай, бегом. Встал. Быстро. Блин. Сколько? Зашел домой. Так, Лёня, ты что совсем? Ты зачем кубик с этой игры украла? Ну-ка, говори быстро. Надо его вернуть же как-то. Не переживай, ничего не будет. Озон, Вайберис, продам кубик. Лёня, давай ноутбук нафиг, я у тебя заберу. Никакой продаж. Чтоб никто не увидел это на сайте объявлений. Нельзя. Дай мне этот кубик. Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки. Мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки. Ты, зараза, так это что совсем? Так, все, нужно что-то делать. Иначе, а какие могут быть последствия? Я даже не представляю. Все, Лёнь, я звоню в полицию. Штаза пять! Дебильный Лёня. Все, сиди здесь. Я пойду прогуляюсь немножечко, подышу свежим воздухом. Просто невозможно. Что же делать-то теперь? Стоп. Кажется, я слышал чьи-то шаги. Мне же это не показалось. О, черт! Нет! Даже не думай это делать! Нет! Стоп!
Ой-ой-ой, голова моя раскалывается. Вы чё, вон же он в ловушке. А? Как дела? Нормально все? На самом деле, вот как все было. Нет, 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 нет. Ты чё? Ты чё, совсем? Ты оборзел, что ли? Ну-ка, ты... Зараза! Это еще, знаете, или не самое смешное? Потом эта зараза же за мной побежала. Зараза догоняет же такая. А ну-ка... Ты чё? Ты... Ну-ка, давай, а ну... Пошуршал от меня быстро! Сразу ты чё, теперь я за тобой бежать буду? Ну все, теперь-то я сделаю с тобой все что угодно. Ну-ка, давай-ка, не рыпайся! Отставить! Ты чё, зараза такая, понял меня? Так, все, сейчас я быстренько подключу свою специальную программу. Так, секундочку, ребята, сейчас... Во, нормально уже. Выполняется подключение. Да-да-да-да-да-да-да, вы все правильно поняли. Подключение к смене мозгов. Отлично, все, готова программа. Ну чё? 15, 14, поставь лайк. Кстати, согласен, так, мне нужно срочно забежать сюда. 13 секунд остается, чтобы вы поставили лайк, и будет реально самое интересное. 5 секунд, ребята, у вас очень мало времени. Бегом ставьте лайк на этот ролик. Иначе, что? Программа сболит, подождите-ка секундочку, сейчас мне нужно это... Ты, зараза такая, вот так нормально. Вот, 3 секунды, бегом забегаем, скорее. 2 секунды остается, надеюсь, вы уже поставили все лайк, и давай. Да ты, зараза, почему 1,5-то секунды, ты... Господи, ладно. 5 минут спустя. Обалдеть, получилось, смотрите. Ну, теперь-то я смогу отсюда выб... Не понял. Это совсем не я. Если... Это все монстр. Пойдемте отсюда поскорее. Блин. Не попадаю никак. Давай. Зараза. Ну, давай, попадай. Леня, может, хватит уже, пожалуйста. А-а-а, ты меня бесишь. Так, подожди. А ну-ка. Получай. Мне нравится это. Прощай, карапуз. Зараза такая. Не попадал ни разу не попал в центр. Не понял. А вы что, подглядывали, что ли? Я за вами слежу. Понятно? Понятно? Слежу за тем, как все лайки ставят. Я пошел. За кем он это там следит, зараза такая? Он что, упал? Только что он что... Он что, не может понять, куда нужно идти? Дайте-ка я открою двери и немножко пройдемся за ним. Да-да-да, он даже ничего не... У меня просто вообще слов нету, вообще просто нету нисколько. Давайте издадим звук. И все? Привет, Лень, это я, синий монстр. Я готов тебя съесть! Надо сваливать отсюда! Блин, куда валить? Точно! Через окно! Сейчас, секундочку. Сейчас свалим. Что происходит? Вытащите... 5 минут назад. Ну а пока он непонятно что делает. Короче, смотрите, что я придумал. Я не знаю, он дебил. Хорошо, что это его дом, а не мой. И он его может поджигать, как только хочет. В общем-то, я продумал все до самого конца. Здесь я выкопаю яму прямо сейчас, налью сюда кучу лавы и сделаю сюда прозрачные блоки, через которые проходит абсолютно любая вещь. Ну что же, сейчас-то мы его напугаем. В общем-то, сейчас я взял 3 разные портальные пушки. И знаете, в следующей серии я вам покажу, для чего они нужны. О нет. Подпишитесь на канал прямо сейчас. Тебе жопа. Нет, сваливаем, подписывайтесь скорее, вот здесь кнопка подписаться. А еще посмотрите предыдущие видео про радужных друзей. О нет, кажется мне хана. Пока. Пока ролик не закончился, нажми на видео. Прямо сейчас посмотри, что там было. Там было крайне смешно. Кликай.